Зачитываю вам указ Ельцина номер 822. Первый его пункт. Согласиться с предложением правительства Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации, то есть вы Центральный банк и правительство Российской Федерации, уже попадаете под то, что вы все эти махинации делали. Об укрупнении российской денежной единицы. Проведение с 1 января 1998 года деноминации рубля и изменение обращающихся рублей на новые по соотношению с 1000 рублей в деньгах старого образца на 1 рубль в новых деньгах, обеспечив параллельное обращение старых и новых денежных знаков в течение 1998 года. Вы тут продолжили в третьем пункте, продлив срок до 2003 года. Ельцин был никто, правительство было никем, а значит, все эти указы Филькина грамота. Но что вы сделали? Вы убедили народ в том, что произошла деноминация. Теперь давайте посмотрим, как она произошла. После 98 года должны были появиться купюры с новым номиналом, да, и с новым годом выпуска. А давайте поглядим на ваши купюры нынешние. 97 год. Старого образца. 95 год. 97 год. 95 год. 97 год. Здесь нет ни одной купюры, перескочившей барьер 1998 года. Но есть парочка, которые перескочили, которые находится в коде 643 в 14 году. Это появилось в 17 году. Так вот, хитрость ваша в чем? Вы берете пустой фантик и говорите, что это торжественно вот этому. Хотя вот это имеет номинал вот этого, а это пустой фантик. Вы просто иллюзию создали народу, и он об этом узнает. А вот этот номинал является действительным. Но вы, убрав 3 нуля, говорите народу, что не, дружище, вот это купюра 100 рублей, а сливки вот этой купюры забираете себе. То есть человек принес вам вот эту купюру, вы на своих компьютерах пририсовали 3 нуля. Деноминации же не было. За 98 год ни одна купюра не перескочила. Вот же она. Но она модифицирована. Видите же. Все же здесь написано. Вы же народу говорите, мы вас не обманываем. Вот она. Модификация. А что такое модификация? Изменение. Убрали 3 нуля, но номинал остался тот же. Изменили только купюру. Вы же это понимаете прекрасно. Так что думайте, враги Руси, что увидит народ и что он сделает с вами. Как вы кредитами его кабалите, ЖКХ и прочими своими заграничными законами, да? Лондон-Сити. Приходит время отвечать за свои поступки. Для людей, которые это не понимают. То есть вот здесь указаны все счета, и можно убедиться в этом самим, посмотреть. То есть 6, 7 и 8 цифры имеют
810. 810 это подразумевается код валюты. То есть здесь, ну вообще везде вот. То есть здесь расчетный счет, везде указано 810. То есть банк отчитывается, что он не дал как бы вот в этих деньгах. То есть взял я действительно 580 тысяч, отдать должен 798, 218 прибыль. Но прибыль они указывают, ну и все остальные операции, что я рассчитываюсь такими. А 810 код к 643 относится как 1000 к 1. Естественно, никто и ни один банк не будет их преобразовывать. Вот такая глобальная афера.